Друзья, я начинаю свое путешествие по Турции и по Стамбулу, собственно говоря, с главной его площади, площади Султана Ахмета. И к моему большому стыду за свои 35 лет, это мой первый раз, когда я приезжаю в Турцию. И приезжаю сразу же, хотелось сказать, в столицу, но нет, Стамбул не столица, столица Анкара. Хотя многие путают и думают, что Стамбул это столица Турции. Меня сразу же встретила, когда я зашел, колонна. Это не простая колонна, ее не просто возвели. Эта колонна была построена еще в 15 веке до нашей эры. Это египетская колонна, и ее реставрировали уже в 5 веке нашей эры. Ниже находится Колизей, древний Колизей. Колизей был не только в Риме, у нас Колизеев вообще много где было. Но очень много мест здесь находится на реставрации, на реконструкции. Заборы, леса стоят, то есть сейчас это все реконструируют. Как и в любом другом крупном городе, в Стамбуле тоже есть свои must-visit места. Не видел их, значит, не был в Стамбуле. А успеть их посмотреть можно и за день-два. В нашем случае у нас всего день, так как мой следующий самолет в Швейцарию отправляется завтра утром. Наш первый пункт назначения – площадь Султан Ахмет. Это главная площадь и исторический центр города. Часть площади сосредоточена на месте древнего ипподрома, который строил еще римский император Септимий Север в 203 году, когда город носил название Византии. Затем уже императором Константином ипподром был перестроен, тогда сооружение стало 450 метров в длину и 120 в ширину, даже сложно себе представить. Вмещал ипподром около 100 тысяч человек. Основное зрелище, которым народ приходил сюда полюбоваться, были гонки колесниц. Как мы с вами знаем, позже город переименуют в Новый Рим, а еще позже в Константинополь. Наша следующая цель – это Голубая мечеть, которая расположена здесь же. И маленький спойлер, ребята, где найти лучшую точку для фотографирования мечети? Потому что если вы будете подходить со стороны площади, то там, ну, скажем так, очень много всего находится на реконструкции. И поэтому я советую вам подойти к музею мозаики. И вот здесь открывается, наверное, лучший вид на мечеть. И если вы будете идти со стороны мечети, то вам нужно пройти через базар, по которому я сейчас шел, и выйти вот как раз к музею мозаики. И отсюда можно сделать классные кадры. Как несложно догадаться, основал ее султан Ахмед I, который занял трон в 1603 году, в военный период. Тогда Османская империя вела борьбу с Ираном и Австрией, а самому султану тогда было всего 19 лет. Многие знаковые объекты в Стамбуле окутаны различными тайнами и легендами, и Голубая мечеть не исключение. Считается, что архитектору Мехмеду во сне явился храм невероятной красоты, после чего сразу после пробуждения он нанес на бумагу все, что увидел, пока спал. Как оказалось, по счастливой случайности именно такую мечеть и мечтал возвести султан, но не мог выразить словами свои желания. Местные верят, что мечеть исполняет их желания. Для этого мусульманин должен помолиться в течение 18 дней на каждый минарет. Кто не был в Стамбуле, тот может спутать Голубую мечеть с мечетью Айя-София. Они находятся рядом друг с другом, и если бросить беглый взгляд на Голубую мечеть, то может показаться, что у нее есть сходство в архитектуре с мечетью Софии. София с греческого переводится как «мудрость». Колонны этой мечети были построены не одновременно с ней. Некоторые из них были доставлены из храма Солнца в Риме, другие из храма Артемиды. Одна из колонн необычная, ее прозвали «плачущей», потому что на ней выступает влага. Почему, никто не знает. И как принято, народ обращается к легендам. Император Юстиниан I, основатель храма, женился в свое время на Феодоре, которая была женщиной легкого поведения. Вот уж угораздило мужика влюбиться. Выбилась она из грязи в князи, начала издавать сумасшедшие законы, казнить всех подряд. Но под конец своей жизни пришла она в храм и решила раскаяться. Начала рыдать, плакать возле этой колонны. И с тех пор Феодоры не стало, плакать она перестала,
а вот колонна нет. Найти эту колонну достаточно просто, возле нее всегда толпа людей, потому что считается, что она исполняет желание. Еще один мистический факт – это то, что под собором находятся несметные богатства. Якобы во время строительства было приказано выкопать 70-метровую яму и заложить фундамент на золоте и серебре. Когда вы будете заходить в храм, вы определенно обратите внимание на двери. Они обладают особой мистикой. Каждый раз, когда ученые считают количество дверей, они находят еще одну, которую не замечали раньше. Всего их более 350. А согласно преданию, одна из них была сделана из досок Ноева ковчега. Напротив собора находится еще одна местная достопримечательность – цистерна-базилика, представляющая собой древнее подземное водохранилище, сохранившееся со времен Константинополя. Ее главная отличительная особенность – она больше напоминает роскошный дворец, а не водохранилище. Это огромный зал под землей, который насчитывает более 300 колонн. Здесь, кстати, тоже есть своя плачущая колонна. Может, и сюда Феодора приходила поплакать. Но все же самые популярные колонны у туристов те, на которых изображена голова медузы Горгоны. Здесь, кстати, снимали фильмы «Одиссея» Кончаловского и «Из России с любовью» про Джеймса Бонда. Где-то между двумя мечетями находится базар Араста. Он представляет собой 300-летний базар на историческом полуострове. Он не такой популярный, как Гранд Базар, но в этом и есть его прелесть. Здесь есть возможность пройтись по нему в тишине и спокойствии и прикупить то, что необходимо. Рядом находятся различные кафе, и вы можете передохнуть, перекусить, ну а позже продолжить прогулку. Кстати, насчет еды. Обедал я сегодня в самом центре между голубой мечетью и собором Софии. Так вот, что у меня получилось по цене? Заплатил я за все меньше 400 лир. То есть на рубли это 1300 где-то. Что я взял? Я взял, во-первых, рис с мясом. Вот это вот шаурма на тарелке. Потом я взял салат. Потом я взял фреш апельсиновый. Я взял двойной кофе турецкий. Сверху все это закрепил их вот этой пахлавой с мороженым. Кстати, если вы пробовали турецкую пахлаву с турецким мороженым, а мороженое турецкое, оно отличается. И знаете, чем оно отличается? Когда ешь вот эту вот знаменитую, эту их турецкую пахлаву, когда, да, куча роликов в интернете, где пахлава, там мороженое вот такое. И у них мороженое по консистенции, оно такое, знаете, мне кажется, как немножко напоминает мне сыр моцареллу. Его делают, как принято, на козьем молоке, но могут как бы делать и на обычном молоке. И плюс туда добавляют порошок или мука, ее еще называют, мука клубни дикой орхидеи, и плюс мастику, сделанную из смолы мастикового дерева. Араста – один из самых старых стамбульских рынков. Появился он в 17 веке рядом с голубой мечетью. Археологами были обнаружены здесь кусочки мозаики, которые говорят о том, что на этом месте раньше был дворец византийского императора. Когда-то давно здесь продавалась конная амуниция для солдат Османской империи. До 20 века базар был весьма оживленным, но затем сильно пострадал от пожара. Базар восстановили 40 лет назад, и потом он стал привлекательным туристическим местом. Как принято в популярных туристических местах, цены здесь выше среднего, но вы можете поторговаться. И, кстати, интересно, как здесь передвигаться на машине, наверное, так же, как и в Москве, потому что я смотрю, вот здесь во всех центральных местах все парковки полностью забиты, машины едут, трафик, друг другу все бибикают. Я, кстати, приехал сюда из аэропорта, и хоть из аэропорта 45 километров до центра, и я заплатил 450 лир. А на рубли сейчас по курсу 1800 рублей. Мне говорили, что тут местные таксисты и продавцы могут накручивать денежку, то есть ставить ценник в несколько раз выше, чем он должен быть. Но я заранее проверил, значит, скачал несколько приложений. Uber, скачал трансфер там какой-то, GetTransfer, по-моему. Проверил приблизительно, и когда я поймал таксиста прямо на улице, я спросил сразу же, сколько будет стоить проезд. Он мне назвал цену, меня все устроило, потому что оно приблизительно равнялось тому, что я посмотрел в приложении. Пролив Босфор. Его также называют Стамбульским проливом, а особенность его в том, что он разделяет Европу и Малую Азию. Таким образом, Стамбул – это город, который находится одновременно и в Европе, и в Азии. У пролива есть девичья башня, которая в период Османской империи выполняла функцию маяка, но здесь также содержали и заключенных перед тем, как казнить или отправить в ссылку. Далее наш с вами путь лежит к парку Гюльхане и дворец Топкапы. Я изначально не планировал заходить в этот парк, ну парк и парк, что у нас своих парков нет, пока
не прочитал историю. Во времена Османской империи на месте этого парка выращивали многочисленные розы. Гюльхане переводится как «двор роз». Тогда прогулки по парку были позволены только султану и его приближенным. А вот начиная с конца 19 века парк стал открытым для всех желающих. Парк — это продолжение дворца Топкапы, из переднего двора которого вы можете выйти в розовый двор. Летом здесь высаживают около 80 тысяч роз. Сам же дворец представляет собой памятник архитектуры 15 века, который несколько столетий подряд являлся основной резиденцией правителей Османского государства. Название его можно перевести как «пушечные ворота», так как каждый раз, когда правитель выезжал за пределы своего дома, раздавались выстрелы из пушек. Из парка мы с вами двинемся в Галатскую башню, но прежде пройдем по одноименному мосту. Сама же башня берет свое начало с 507 года нашей эры, когда властью в стране обладал византийский император Юстиниан. Тогда строительство из камня развито не было, поэтому сперва башня была сооружена из дерева. Каменные стены появились здесь только в середине 14 века. Галатский мост проходит через бухту Золотой Рог и располагается напротив новой мечети. Представляет он собой конструкцию из двух этажей, чем, скажем так, выгодно отличается от других. Особый колорит этому месту придают местные рыбаки. Они здесь проводят время с утра до вечера, независимо от того, какое время года на дворе. Здесь же можно обнаружить и мини-рынок со всем необходимым для рыбалки: лесками, крючками, поплавками и наживками. А из Галатской башни мы с вами отправимся на самую популярную у туристов улицу — Истекляль. Находится она в районе Бейглоу, начинается с площади Таксим и идет по направлению к заливу Золотой Рог, почти 1,5 километра. Улица имеет форму бумеранга, в изгибе которого находится площадь Галатасарай и Галатасарайский лицей, который является одним из элитных учебных заведений города. Сейчас здесь расположены магазины со многими брендами одежды, украшениями, аксессуарами, а также кафе и рестораны с турецкой и европейской кухнями. А одна из главных фишек этой улицы — то, что по ней ходит исторический трамвай. Здесь вы можете увидеть и главную католическую святыню Стамбула – храм Антония Падуанского. В отличие от предыдущих, он выполнен в венецианском неоготическом стиле, и здесь богослужения проводят только итальянские священники. Если мечеть Султана Ахмеда и собор Святой Софии вас не впечатлили, то вот вам еще одна. Мечеть Сулеймания является ведущей мечетью Стамбула по размерам. Мимар Синан, ее архитектор, заявил, что эта мечеть будет стоять вечно, и стоит она до сих пор, украшая город и являясь символом великолепного века и безграничной любви султана Сулеймана к Хюрем. После смерти жены султан находил утешение только в стенах этой мечети. Гроб его возлюбленной долгое время находился здесь. Потом во дворе была построена роскошная усыпальница, где позже были похоронены и сам султан, и их дочь. В течение 7 лет 3500 рабочих строили мечеть. Она обошлась в 96 тысяч золотых и 83 тысячи серебряных монет, и одновременно здесь могут молиться 5000 человек. Один из секретов мечети – наличие страусиных яиц на люстрах. Они отпугивали пауков, паутина которых нередко становилась причиной пожара в мечетях. Интересный факт. У меня есть один выпуск из Суздаля, где мы посещали храмы, и там, кстати, также использовались страусиные яйца в люстрах. Если вам интересно, выпуск вы можете посмотреть по ссылочке. Такие узкие улочки, ребята, вот смотрите, видите, какие улочки, и вот здесь тоже, буквально, мне кажется, 2 метра, и все пытаются разъехать, все еще так здесь водят дерзко, понимаете, людей куча, туристов куча. Стамбул вообще, кстати, это же один из самых крупных городов в Европе и Азии, он, кстати, на стыке, да, находится, Европы и Азии, но по размеру он больше 10 миллионов, пробки здесь, люди ездят хаотично. Недалеко от Стамбула в Мраморном море находится 9 островов. Называются они Принцевые острова в честь принцев Византии. Самый большой из островов – Беокада, и проживает на нем около 7 тысяч человек. В эпоху Византии остров являлся местом для ссылки знатных особ. Сейчас здесь даже есть транспорт, но, как и на других островах, разрешены только электрокары и велосипеды. Следующий по величине остров – Хейбелиада, на котором живет 4 тысячи человек. Название острова переводится как «остров с сумкой» или
Халки, что значит медный. В 19 веке рыбачий остров Халки стал одним из самых популярных мест для богачей, среди которых были стамбульские торговцы и банкиры. Еще один остров, открытый для туристов, Бургазада. Название забавное, но переводится просто «крепость» или «форт». Проживает здесь всего 1500 человек, но в туристический сезон одновременно может находиться 15 тысяч. Он популярен тем, что с него открывается живописный вид на закат у скалы Калпазанкая. Кофе. Welcome to my hotel в Стамбуле. Вчера сам себе создал приключение в аэропорту. Короче, вышел и по привычке я стою в гостинице прямо возле аэропорта. А обычно до гостиницы от аэропорта ходит шаттл. Я вышел, пошел к этому шаттлу, но его там не было. И суть в чем? Они поменяли место этого шаттла. Я выхожу, ничего нету, короче, мне надо обратно зайти в аэропорт, обратно заходишь в аэропорт с чемоданами, и там security стоит, нужно проходить опять security. Короче, я опять все это на ленту ставлю. Мне вот эта security lady говорит, а ну-ка открывай давай свой чемодан. А я, короче, в чем прикол? Я с собой беру там скакалки, резинки для тренировок, всякие там для отжиманий, штучки, чтобы не закиснуть совсем в поездках. И, короче, ей не понравились мои резинки, веревки. Она меня попросила открыть чемодан. Я вот это разложился. Там люди, очередь, вот это, вход в аэропорт. Представляете, да, как все это классно. Я ей объясняю, она нифига не говорит на английском. Я нифига не говорю на турецком. Показывает мне на скакалку. Вон у меня лежит скакалка. Что это, говорит у тебя? Я говорю, явно не удавка. Да? Я это вот стою, прыгаю, блин, показываю ей. Что, говорит, у меня скакалка. Короче... Объяснил я кое-как. У меня, в общем, получилось разобраться с турецкой метро. Я взял себе такую туристическую карту. Сейчас я вам покажу. Короче, она дает для туристов возможность путешествовать на всех видах транспорта. Здесь. Istanbul City Card. Вот такой я счастливый обладатель Istanbul City Card. Короче, на 3 дня стоит это 400 лир. Вот самый главный здесь человек, кто, как они говорят, что он у истоков всего этого дела. В 2013 году турецкий кофе был внесен в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Впервые кофе завезли в Стамбул в 1555 году. Сделали это два сирийских торговца, а уже спустя 100 лет кофе стал неотъемлемой частью церемонии Османского суда. Личные повара султана поособенно подавали ему кофе, а женщины из гарема обязательно должны были учиться искусству варки турецкого кофе. В те времена важным было не столько то, как хорошо женщина готовит, сколько то, как она умеет варить данный напиток. Первые кофейни в Стамбуле появились около 5 столетий назад и стали местом для наиболее частого времяпровождения мужчин. В кофейнях общались, а также в них проводили театральные представления на основе национальной литературы. Вопреки распространенному заблуждению, кофе по-турецки является только рецептом приготовления, а не самостоятельной разновидностью кофе или кофейных зерен. Варится он с помощью турки, традиционно медной. Готовят его путем сваривания кофе мельчайшего помола.
Первоначально турки варили его у костра, а температура регулировалась путем отодвигания и пододвигания турки к огню. На сегодняшний день можно даже найти специальные устройства для варки турецкого кофе, которые включают в себя ящики с нагревательными элементами и песком. Турецкий кофе часто используется и для гадания на кофейной гуще, так как он имеет достаточно густой осадок. Так что после того, как вы закончите пить настоящий турецкий кофе в одной из перечисленных кофеен, не торопитесь уходить. Накройте чашку блюдцем, задайте вопрос, который вас беспокоит, и переверните чашку вверх дном. Подождите, пока чашка остынет, а потом обратите внимание на ее стенки. Застывшие кофейные рисунки станут ключом к решению. Большинство турецких кофеен, конечно же, это не только кофе, это еще и сладости. Для того, чтобы попробовать аутентичную турецкую пахлаву и кофе, я выбрал кондитерскую Хафиз Мустафа. Эту кофейню еще в 1864 году открыл Ислаим Заде, который переехал в Стамбул с целью стать ростовщиком. Но что-то пошло не так, и пришлось размышлять, чем еще можно заняться. Так он вместе со своим сыном Хафизом Мустафой и открыл цех, в котором изначально изготавливали и продавали только леденцы. Но позже Хафиз так увлекся новым ремеслом, что постепенно в кондитерской стало появляться все больше сладостей. В Стамбуле несколько точек этой сети, моя же находится недалеко от вокзала Серкеджи. Это старейшая. И да, ребята, вот это вот одна из известнейших кофеен здесь. Еще одна напротив и еще одна здесь. Короче, вы выходите на Серкеджи станции, и здесь все у вас, все рядом. Турки, они офигеть какие общительные. Я вышел из одной кафухи, иду в другую чуть поснимать. Мне сразу же уже дают попробовать какие-то сладости. Они сразу же такие: о, ютубер, давай мне сладости, давай мне предлагать чай. Кто-то там просит сфотографироваться. Вот, то есть они прям как бы такие живенькие, скажем так. А это, ребята, я гуляю по парку Гюрхене, один из таких центральных парков, наверное, самый популярный парк здесь, в Стамбуле. Вот такие вот здесь уникальные обрубленные ветки лежат. Ну, похоже, дерево какое-то упало. Сулейманье находится в старой части Стамбула, как в принципе и все, что мы сегодня посещаем. Ее сооружали с 1550 по 1557 годы по приказу 10-го султана Османской империи. Он же Сулейман Великолепный. А теперь представьте масштаб постройки для того времени. 53 метра. Высота купола 27,5 метров, его диаметр. Только в куполе 32 окна. Всего в мечети 136 окон. Над постройкой трудилось 3500 человек. На мечеть потратили 96 тысяч золотых и 83 тысячи серебряных монет. На первых двух минаретах имеются по два балкона, на вторых минаретах по три балкона, что означает, что султан также был 10-м правителем династии османов. По одной из легенд, в одном из минаретов были замурованы персидские драгоценности, которые в качестве издевки были отправлены султану правителем Персии, с которым тогда Сулейман находился на стадии холодной войны. Он хотел подчеркнуть, что у османов якобы не хватает средств на постройку здания. Конечно, это оскорбило султана Сулеймана, из-за чего драгоценности замуровали. Одна из особенностей мечети – невероятная акустика. Архитектором Синаном были встроены в стены полые кирпичи. Это позволяет отлично слышать службы и по сей день, не используя микрофоны. За такое, правда, архитектор чуть не лишился головы.
До султана дошли слухи, что Синан вместо работы ежедневно сидит с наргиле, курительным прибором того времени, похожим на современный кальян. И тогда султан отправился на стройку с целью наказать бездельника. Но выяснилось, что Синан с помощью булькающей воды в наргиле пытался отследить звук. Это помогало понять, насколько звук способен распространяться по святыне. На заднем дворе мечети расположены гробницы самого Сулеймана и его жены Роксоланы. Сама она была из Рутении. Именно такой была средневековая латинская вариация названия Руси. Конечно, местные зазывалы — это отдельный вид искусства. Везде, в кафухах, в отелях, короче, кто-то будет тебя подзывать и предлагать свои услуги. Сначала ты такой на это реагируешь, сначала даже это может быть, ну, немножко так, по-дружески общаешься с ними. Вот я, кстати, тоже, когда в первую кафуху заходил, меня тоже парень позвал. И, ну, это работает, они молодцы. Не знаю, получают ли они за это какой-то процент. Если вы знаете, то дайте мне знать. Но я переживал такие несколько стадий. Сначала я вроде как бы общаюсь, сначала вроде прикольно, нормально. Потом это уже немножечко так поднадоедает, уже немножечко так сторонишься. А потом уже просто отворачиваешься от них и избегаешь их всех. Особенно, когда ты с камерой, они еще хотят, чтобы их пофоткали, поснимали. После мечети и смотровой мы отправляемся на Гранд-Базар, один из самых крупных рынков в мире. Чтобы обойти его, придется хорошо потопать, потому что расположен он на 66 улицах. Вся его площадь более 30 тысяч квадратных метров. Здесь 4 тысячи магазинов, где трудится 20 тысяч человек для полумиллиона ежедневных посетителей. Что здесь можно найти? Все. Украшения, ювелирные изделия, антиквариат, текстиль, чай и сладости. Рестораны, мечети, эти жилые помещения и даже кладбище. Здесь были банки и биржа. Гранд-Базар – один из древнейших рынков на земле. Его начали строить сразу после взятия Константинополя в 1453 году при султане Мехмеде II Завоевателе. Стамбульский рынок является одной из основных местных достопримечательностей, и здесь проводят полноценные экскурсии с гидом. Если вы решите прогуляться по рынку и заодно присмотреть сувениры себе и близким, обратите внимание на турецкие лампы, которые создаются с помощью мозаичной технологии. Во времена Османской империи профессия стеклодува являлась одной из самых престижных. Их стеклянные изделия могли себе позволить только люди из очень обеспеченных семей. Давайте посмотрим, что у нас получается по ценнику. Вам же, наверное, интересно, сколько я тут гулял сегодня. Вот в таком виде у меня сохранились чеки мои. Ну, 300. Вот этот вот микс донор 300. То есть это получается сколько в долларах? Не знаю, сами считайте. Есть Google, есть калькулятор, а есть турецкие лиры. Вот этот 300 турецких лир. 300. А, 300 лир, это получается у меня цистерны базилики. Следующая наша точка назначения – цистерна-базилика, водохранилище Константинополя, являющееся одним из самых крупных и хорошо сохранившихся. Цистерна настолько красива, что когда в нее попадаешь, интерьер можно сравнить с каким-нибудь храмом или дворцовым комплексом. Само слово «цистерна» в переводе с греческого означает водохранилище. Базилику начинали строить греки, когда правил Константин I, а закончили уже при императоре Юстиниане. Такие водохранилища строили для хранения запасов воды, необходимых для нужд жителей города. Представьте себе 1,5 футбольных поля под землей. Размеры сооружения 145 метров на 65 метров. Емкость воды 80 тысяч кубометров. Под землей вы увидите 336 колонн, каждая высотой 8 метров. Все они поддерживают сводчатый потолок. Цистерны. Большинство колонн были взяты из античных храмов, из-за чего они отличаются между собой сортами мрамора и видом обработки. Одна колонна
привлекает больше всего внимания. Это плачущая колонна, или как ее еще называют, колонна слеза. В то время как другие колонны остаются сухими, плачущая всегда мокрая, а еще на ней вырезаны узоры в виде слез. По одной из версий, возведена она была в память о сотне рабов, погибших во время стройки цистерн. В цистерне, в принципе, довольно влажной, и это может подтвердить моя камера, линза которой постоянно запотевала. С потолка капает и создается впечатление, что ты в огромной пещере, переделанной под храм. Для удобства посетителей здесь сделан маршрут, который позволяет с разных углов увидеть это уникальное подземелье. Здесь вы найдете и голову медузы Горгоны, даже целых две, которые выполняют роль опор для колонн. А стоят они в довольно необычном положении, по одной из версий сделано это было для того, чтобы Горгона не смогла превратить в камень проходящих мимо. Сама базилика появилась в одном из фильмов Бондианы из «России с любовью», и в книжных романах она упоминается в «Инферно» Дэна Брауна и в произведении «Непобедимое солнце» Виктора Пелевина. Впечатляюще, не похоже ни на что другое и масштабно. В целом место и правда очаровывает и завораживает. Из минусов – неприметный вход, который часто путают с выходом, а еще количество народу. Мне повезло, я здесь был дождливый день, из-за чего людей было немного, но вот в летний солнечный день здесь очереди растягиваются на час. Второй у меня в Стамбуле. Сегодня идем смотреть смотровые площадки, с которых открывается вид на весь город. Я поковырялся в интернете. Посмотрим сегодня все, что нам покажет Стамбул за сегодняшний день. Стамбульские улочки мне, конечно, очень нравятся. Узкие такие, все аутентичные. Здесь отельчики, неряшливость легкая, вот, или нелегкая, как, например, вот здесь. Очень прикольно. Босфор – это пролив, разделяющий Стамбул на две части – европейскую и азиатскую. Его длина около 30 километров. Пролив определенно визитная карточка Стамбула, а он много раз появлялся в фильмах и сериалах. И, конечно, любой приезжий хочет либо посмотреть на Босфор из города, либо посмотреть на город с Босфора. Вообще, если времени в путешествии у вас в обрез, я рекомендую начинать именно с исторической части города, то есть прямо со дворца Топкапы, который особой популярностью пользуется у фанатов сериала «Великолепный век». Но здесь есть как и плюс, он красивый, не удивил, так и минус, он стоит денег. И тут можно пойти по двум путям. Путь первый, вам пофиг на деньги, и тогда гуляем на все включено и ничего не выключено. И путь второй, денежки ограничены, и 500-650 лир за вход я отдавать не хочу. И тогда можно довольствоваться тем, что можно бесплатно попасть в первый двор дворца. И как бы все. Сам дворец не войти и на смотровую не попасть. Хитро, товарищи турки, придумали. Хитро. И сразу же с плохой части. Короче, можно купить без очереди в автоматах билеты. И там же написано, что аудиогид бесплатный на твоем языке, да, естественно. И, короче, берешь билет, а потом, чтобы взять аудиогид, нужно опять еще в одну кассу, и там стоит очередь человек из 100, и ее надо за этим аудиогидом отстоять. Короче, я не взял аудиогид,
себе, потому что, ну, это бред стоять еще в очереди за аудиогидом. Дворец Топкапы был главным дворцом в Османской империи до середины 19 века. Находится он в историческом центре на мысе Сарай-Бурну, где Босфор и Золотой Рог впадают в Мраморное море. Площадь всей дворцово-парковой территории составляет более 700 тысяч квадратных метров. Территория огромная. Гуляя по ней, я нашагал около 5 километров. Название дворца переводится с турецкого как «пушечные ворота». Связано это с тем, что обязательно раздавался пушечный выстрел тогда, когда султан уезжал из резиденции. В свое время здесь успел пожить султан Сулейман Великолепный, но изначально здесь обитал другой султан – Мехмед II Завоеватель, который правил на несколько десятилетий раньше Сулеймана. Мехмед начал строить Топкапы в 1475 году. Первые 50 лет дворец играл роль рабочей султанской резиденции. В последующие столетия дворец Топкапы достраивался и обогащался. На протяжении около 400 лет он оставался главным дворцом Османской империи. В нем жили и правили 25 султанов. На этой территории в общей сложности проживало около 5000 человек, обслуживающих первое лицо империи. Из них 1200 без перерыва трудились на султанской кухне. Этот дворец является настоящей телевизионной звездой. После выхода сериала «Великолепный век» фанаты всего мира съезжаются сюда, чтобы посмотреть, как жили султаны Сулейман и Мехмед. Но сами съемки проходили не во дворце, а в специально выстроенном павильоне размером в 50 тысяч квадратных метров, где были размещены необходимые для съемок декорации. Каждый съемочный день длился по 16 часов, и сериал стал самым дорогим в истории всех турецких сериалов. Где раньше строили дворцы и замки? На возвышенностях. Еще могли и ров по периметру пустить. Топкапы также был расположен на холме, откуда открывался вид на всю близлежащую территорию. И, конечно, в наши дни во дворце есть отличная смотровая. И не одна. Ребята, первая стамбульская смотровая, которую просто обязан посетить каждый, это, конечно, дворец Топкапы. И здесь у вас во дворце из... из двора дворца, да, вот так можно сказать. У вас будет смотровая, с которой видно весь Стамбул. Поэтому это вы обязательно должны сделать, обязательно должны прийти и посетить это место. Наиболее красивый вид на Босфор открывается с террасы четвертого двора. Интересно, что рядом со дворцом есть церковь Святой Ирины. После завоевания Константинополя она была превращена не в мечеть, а скорее в оружейную для хранения трофеев. Поэтому ни ее интерьеры, ни экстерьер не претерпели особых физических изменений. К 19 веку церковь продолжала функционировать как оружейный склад, пока Ахмед Фетхи Паша в 1846 году не преобразовал ее в двухсекционный музей, включающий коллекцию древнего оружия и археологических артефактов. Здесь ходишь, знаете, даже запах сохранился, вот этот вот весь старинный. Я так к бабушке к своей помню, лет 20 назад приезжал, у нее тоже дом в деревне старый, там вот такой вот своеобразный запах стоит. Единственное, что кого-то может смутить, на самом деле даже, наверное, многих может смутить, это ценник. Здесь, значит, без гарема вход 500 лир, с гаремом 650. И по времени. Ребят, закладывайте определенно несколько часов. То есть в зависимости от вашей скорости, но дворец большой, здесь также дворы и... много чего есть посмотреть. Я вот сейчас здесь гуляю, и знаете, что меня больше всего поражает? Что сейчас мы спокойно, вот я, люди здесь, которые вокруг, мы можем гулять здесь по территории, смотреть, наслаждаться всем этим. А ведь раньше, совсем недавно, да, исторически совсем недавно, никто из простых людей не мог все это видеть. Это все принадлежало царским особам. Да, сейчас вот у нас есть такая возможность. Конечно, удивительно. Если вы не хотите покупать билет, чтобы войти во дворец, хотя я вам рекомендую это сделать, можно направиться прямиком к мечети Сулейманье.
Вход в мечеть бесплатен, вход во двор бесплатен, вид со двора бесценен. Хотя и тоже бесплатен. Платные там только туалеты, 3 копейки, будем считать, что это туристический налог. Мечеть построили в 16 веке, после приказа султана Сулеймана Великолепного, в честь которого она и получила название. Является одной из самых красивых в городе, и ее также называют сердцем Великолепного века Османской империи, ведь она и является символом любви султана и хюрем. Здесь же покоятся и их тела. Прозвище Великолепного султан получил на западе, а вот на востоке его называли Кануни, что значит «справедливый». Никнейм «Великолепный» ему дали за любовь к поэзии и искусствам. При нем османская территория в принципе достигла вершин культурного, литературного и архитектурного развития. Он был покровителем поэтов, художников и архитекторов. Он считается самым великим султаном Османской династии. Сулейманом было совершено 13 военных походов, а страной он правил 46 лет. И касательно таких показателей, ему нет равных среди османских правителей. У Сулеймана было несколько наложниц, но единственной, с которой султан состоял в браке, была Хюрем, также известная под именем Роксолана. Она была родом из Рютении или Роксолании, так тогда называли Русь, откуда и появилось ее имя, которым ее называли в Европе. После смерти Хюрем султан прожил еще 8 лет и не заводил отношений с другими женщинами. В эти годы он построил ту самую мечеть Сулейманье, где похоронил жену со всеми почестями, которых ранее никогда не было в Османской империи. Здесь прямо на территории есть ресторан, поэтому если вы любите покушать, то, пожалуйста, можете здесь посидеть. И также есть на территории кафушки. Парке. Заходите, но прежде чем зайти, вам нужно пройти металлоискатели, чтобы зайти вот в первый двор. А я сейчас иду от трамвайчика до метро, делаю пересадку. Местный трамвай — это отдельный вид искусства. Туда сложно зайти и невозможно выйти. Поэтому имейте это в виду. А вот это здание, это Стамбульский университет. Здесь как раз самое время сказать о том, что заходите еще и на второй канал Smaps Education, который посвящен зарубежному образованию. Там можно узнать очень многое о зарубежных университетах. И также на нашем сайте www.smaps.ru вы можете выбрать любой вуз, любую школу, любой лагерь, детский лагерь для обучения. Кстати, в Турции тоже у нас есть партнерские учебные заведения. Следующий пункт нашего назначения – бесплатный. Билеты сюда никакие покупать не надо. Хотя, вру. Все-таки он немножечко платный, потому что придется отдать деньги за метро. Но так как я в прошлом выпуске купил туристическую карту, да, ребят, у нас был прошлый выпуск про Стамбул, можете перейти по ссылочке и посмотреть его. В общем, я купил карту в прошлом выпуске, и мне теперь вообще пофиг на цены на любые городские транспорты. Смело едем. Осмотровая наша поистине уникальна. Потому что, во-первых, она находится на станции метро. А во-вторых, эта станция метро находится на мосту. Вообще от мечети до моста вы можете дойти и пешком, займет это у вас около 20-30 минут. Но мы все-таки прыгнем на метро, нам нужна ветка М2, на ней едем до станции Халич, которая является частью моста, проходящего над заливом Золотой Рог. Это смотровой мост, и это не просто мост, то есть вы на мосту, и это еще и станция метро. Я когда узнал, я просто офигел. То есть станция метро, вот вода, а вот станция метро. Прям посередине. Представляете? И вы выходите на станцию метро, и у вас ниже под станцией полностью пешеходный мост, где вид на весь город. Вот я хочу еще сейчас перейти на другую сторону и посмотреть, что там на другой стороне. Само название станции Халичи переводится как залив. Считается одной из самых красивых станций метро. Как только поезд выезжает из тоннеля, нам сразу открываются панорамные виды. Когда вы попадаете на мост, вы сразу понимаете, что он уникален. Во-первых, он красивый. Во-вторых, на нем находится линия метро. А
В-третьих, он встроен в архитектуру Стамбула и адаптирован для требований ЮНЕСКО. Отсюда можно пешком добраться до основных достопримечательностей Стамбула. Мечети Сулейманье, как я уже сказал ранее, Голубой мечети, это все с одной стороны, и до башни Галата с другой. Вот там Галатская башня, сейчас я вам покажу. Вот там. Вон она. Вот туда. Вот туда нам идти. Вон там сверху люди сейчас ходят. А мы с вами вот здесь. А нам туда. Вот у султанов были гаремы. А гарем, знаете, что это такое? Чего произошло? Гарем от слова харам, то есть запрет. Все это принадлежало султану, и для других это был строгий харам, строгий запрет. От моста наш путь дальше идет к Галатской башне и следующей смотровой площадке. Она имеет высоту 67 метров и находится на высоком холме района Галата, за счет чего ее можно увидеть почти из любых центральных точек Стамбула. Раньше на месте башни был маяк, и когда район был захвачен генуэзцами, здесь стали основывать колонию и возводить оборонительные стены. Тогда они и построили башню, которая дошла до наших дней. Ее тогда называли Христовой башней. Необходима она была для того, чтобы мореплаватели и торговцы на нее ориентировались. Башню задействовали в одном из самых знаменательных моментов истории. С нее совершился первый полет. В 1632 году османский инженер-изобретатель Хизарфен Ахмед Челепи спрыгнул с башни на крыльях, который соорудил самостоятельно. Он сумел перелететь Босфор и спокойно приземлился в азиатской части города. Сейчас, наверное, такие полеты было бы еще интереснее совершать. Разбежался, прыгнул с башни и приземлился где-нибудь в ресторане с террасой и видом на Босфор. Башня находится в районе, где множество таких ресторанов, поэтому после посещения смотровой на вершине башни вы можете заскочить на стаканчик в подобный ресторан. Если у вас достаточно в запасе времени, то можно выделить день для того, чтобы поехать на холм Атактепе. В переводе с турецкого название означает «холм султанского шатра». Когда-то здесь султан Биязид разбил лагерь и планировал завоевание Константинополя. Отсюда открывается вид на пролив, на мост Мехмеда Фатиха, не путать с Босфорским мостом, и на несколько крепостей. Сейчас здесь находится парк Фатих, на территории которого растет 15 тысяч деревьев и кустарников, завезенных из разных уголков света, поэтому можете погулять и подышать свежим воздухом. Но из минусов, что ехать сюда далеко и метро не ходит. О самих мостах. Первый подвесной мост через Босфор так и назывался Босфорский мост. На момент открытия в 1973 году был четвертым в списке самых длинных висячих мостов в мире и самым длинным за пределами США. Его длина 1560 метров, соединяет те самые две части, европейскую и азиатскую. Каждый день через мост проходит более 200 тысяч видов транспорта, которые перевозят в общей сложности около 600 тысяч пассажиров. И он ближе всего находится к центру Стамбула. А вот мост Мехмеда Фатиха стал вторым висячим мостом через Босфор. Его длина 1510 метров, и открыт он был в 1988 году. Друзья, если вы любите небоскребы, то вы можете также отправиться и на башню Сапфир, которая является самым высоким зданием и смотровой в Стамбуле и во всей Турции. А на момент ее постройки в 2010 году она также была четвертым зданием в Европе по высоте. Высота башни со шпилем 261 метр, без шпиля 238. Здесь есть поле для гольфа, бассейн, рестораны и торговый центр. И, конечно, смотровая на 360. Небоскреб расположен в европейской части Стамбула в районе Левент. Здесь также находятся крупные банки, офисы, элитные отели и посольства нескольких стран.
Но если во время вашей поездки в Стамбул вы хотите, так сказать, красиво посидеть, то рекомендую вам ресторан Тугра во дворце Кемпинский. Построен он был в 1871 году и привлекателен не только тем, что расположен на одной из самых живописных вершин, но и своей османской кухней. Все блюда ресторана готовят в медных кастрюлях, сковородках в дворцовом стиле и глиняных горшках, что позволяет сохранить аутентичность прежних времен. Здесь действительно можно почувствовать себя настоящим султаном. Еще одно место, рекомендуемое к посещению, находится прямо посередине Босфора. Это Девичья башня, которая была построена по приказу императора Византии Алексея Комнина в качестве деревянной сторожевой башни в 12 веке. За свою историю она успела побывать и тюрьмой, исполняла роль злодейского логова в фильме о Джеймсе Бонде в 90-х. Сегодня же она выполняет роль ресторана с отличным видом сразу на два континента и на старый город Стамбула. По вот этим улочкам еще умудряются ездить. Мотоциклы еще ладно, а машины как тут разъезжаются. Это, конечно, в гору. Еще они очень узкие, еще тут люди ходят. Блин, я совсем забыл же, я за все время, сколько у меня идет от моста до Голландской башни. И забыл вам сказать. Но на самом деле я останавливался, фоткал, снимал, и у меня времени получилось намного больше. Но реально, то есть если вы будете без остановок, хотя это сложно делать, потому что реально там есть что поснимать и пофоткать, то если вы будете без остановок, то у вас уйдет 15 минут, реально. Ребятки, если вдруг я чего-то упустил, где-то не доглядел, я буду невероятно благодарен, если вы поделитесь своим экспертным мнением в комментариях. Я очень ценю разумные, взвешенные, содержательные советы от опытных туристов, гидов и местных жителей. Классные рекомендационы – это всегда круто. Напоминаю, что у меня также есть второй канал о зарубежном образовании. Название канала Smart Education. Заходите туда, если вам интересна учеба за границей, возможно, возможностей карьеры и иммиграции.